Нет, это тоже неплохо. Смотри. Ну, такой не подойдет. О, вот это какое. Ого, класс. Она как блестит прям, да? Да. Ну, это такое вечернее. На свадьбе. Ну, вечернее куда-нибудь. Не знаю, на свидание. Ну, вечернее выйти вечером, да? Ну, на свидание куда-то. Угу. О, а вот это, смотри, какое. А, это ж мы смотрели, да? Вот. Как розочка. Ну, а что у них в носу, не могу понять. Я тоже не могу понять. Они одинаковые. Везде идут с цветочками и сережками. Ну, видишь, это просто такая мода. Вот разные платья именно под определенный вот стиль. Вот это тоже на свидание. Это тоже на свидание. Ну да. Ну вечернее тоже платье. Так. А вот это уже ночнушка какая-то. Да нет, это не ночнушка. Не это, похоже. Это ночнушка. Это не ночнушка. Это просто... ночнушка, здесь штанишки. А, ну да. Если б юбка была, это не ночнушка была. Ну тоже неплохо, да. Так, вот такая вот пришла посылочка. Наверное, с дверными ручками. Так, сейчас откроем. Да, дверные ручки. О, отлично. Вот у меня как раз ручки эти все поломались. Вот они, ручки треснутые. Поэтому заказал с Алиэкспресса. Надо будет поменять. А ну-ка, посмотрим. Они, не они. О, они. О. Один к одному. Класс. Все, сейчас поставим. Будем с новыми дверными ручками. Так. Вот мы уже вернулись с детской поликлиники. Правильно, Катюш? С детской больницы. О, уже улыбаемся. Да, переворачиваемся уже. Нам уже 4 месяца. Правильно? Как я за вами соскучился, Катюша. Как ты так заболела, а? Зоя, да ничего, плачем. Подожди. Подожди, дайте переверну. Где мы еще один носок потеряли, а? Где носок второй? Катюша. Как я рад вас видеть, а? Как я рад вас видеть, моя ты зайка. Температурила, в больнице обижали, да? Обижали в больнице? Обижали мою маленькую. Уколы давали, да? Уколы давали. Ну ты моя маленькая. Все, все, все. Ой, Андрюшка и сам уже не знает. Я же ему говорю, он мимо ушей все. С отитом мы легли. Отит у нее был и температура на этом фоне. То она и плакала без конца, плакала, плакала. А я не могла понять, что она плачет. И температуру же сбить я не могла. Андрей! В кроватке сбиваем. Вот я тебя испалил. Папа розеток не сделал. Это Маринка делает глазурь для Пасхи, да? Сейчас покажу, какие пасочки мы напекли. Ну, не мы, а Маринка напекла пасхи. Вот такие вот пасочки. Сейчас будем делать глазурь. Сейчас, подожди, вот. Я еще добавлю. Я съездил в магазин, скупился продукты, взял. Папа наш молодец. Сейчас покажу даже. Можно покажу в холодильнике? Конечно. Что у нас здесь в холодильнике, что я купил? Итак. Итак, там барабанная дробь. Что у нас здесь? Кулаты свиные, это такие сосиски. Эти, а это включил Да, включил. Колбаски такие вот именно перченые. Майонез. Потом оливки. Вот такие взяли на стол. Мясо. Ну, тоже майонез. Вот такая вот рулька свиная. Вот мясо у нас магазин хороший есть. Потом, как же Пасха без когора? Вот он когор.
натуральная полусладкая красная. Сметана для окрошки. Так, лучок, зелень. Сейчас я, Катя, иду. Потом фрукты. Бананы тоже фрукты. Салат айсберг. Иду, Катенька, иду. Ну, в общем, сырок. Ну, все, что нужно для Пасхи. Так. Иду, моя маленькая. Чего мы, а? Чего мы, зайка? Ты пасочки ждешь? Скажи мне, жду пасочки. Катя. Готова к празднику? Празднику готова? Скажи. Готова. Ух ты ж такая малая. Малая. Иди маме помогай, Катюша. А он и Настюша. Настюша? Настя. Помаши ручку. Постоять, я забыла. Сейчас я колбаски пойду тебе поставлю, а потом уже все оставлю. Хорошо. А то это будет слишком долго. Я забыла, думаю, я сейчас буду делать. А колбаски-то угу. Я тебя кормлю. Так, я уже проголодался. С работы пришел. Ничего не ничего не ел. Пришел с работы, проголодался. Катя уже пасочек напекла мне. Да, Катюш? Катюша маме помогала. Так, вот такой у нас как типа. Да, вот смотри. А, ну, покажи. Вау! Ну сам вот попробуй. Ты украшаешь? Да, ну сам. Не, не хочу. А ты пробуешь и украшаешь сразу? Да. Угу. Итак, вот что я купил к нам в деревню на рассаду. Ну, семена определенные. Вот идут семена. Так, семена моркови. Самсон. Что это за сорт, я не знаю. Даже брал разные. Вот такое семена. Самсон и сорт Флакер. Вот такой вот. Семена по 59 копеек у нас. Одно такое вот. 59 копеек. Потом петрушка кудрявая. Москраузе. Вот такая вот. Москраузе. Это тоже петрушка. Укроп, аллигатор. Потом укроп деликатесный. Взяли еще такой вот укроп. Ну, разные, на пробу. И укроп тоже деликатесный. Ну, два укропа. В дальнейших видео я буду показывать, как я это все буду рассаживать. На грядке, какая технология будет и тому подобное. Так, еще взял вот такую вот сеянку, лук. Это вот такой он идет, как сиреневый, я не знаю, такой. Марина говорит о том, что столько ты лука набрал, ты что, будешь целое поле высаживать? Ну, я думаю, для грядок определенных пойдет. Тут его много, в принципе. Уже прорастает, вот. Это один сорт лука, сеянки. Вот второй белый такой вот идет. Да, конечно, я много набрал, но буду высаживать все. Это вчера в магазин ездил, решил купить. Вот такой он идет. Лук сеянка. Тоже он немного прорастает, видно уже. Надо будет чеснок еще взять. Столько. И вот это вот все. В общем, потом уже буду показывать, как я это буду рассаживать, высаживать, ухаживать, удобривать и тому подобное. Поэтому смотрите в дальнейших видео. Весна уже
Вот-вот тепло у нас за окном. Поэтому очень много интересных видео ждет. Покажу саму деревню, магазины, школы, садики покажу. Все будет очень интересно. Поэтому подписывайтесь на канал. Не забывайте о канале Бродяга-режиссер. Все, всего доброго. Мы с тобой свое одеяло возьмем.